Конференция X5 «Диалог» в эти минуты прямо сейчас проходит буквально за нашей спиной. Ну а рядом со мной представитель компании «Котани» Людмила Труфанова, лидеры рынка специй. Расскажите, привет, Людмила, о вашем сотрудничестве с X5. Ну, естественно, с компанией X5 Retail Group, со всеми форматами мы сотрудничаем уже очень давно. И очень всегда это сотрудничество плодотворное, очень конструктивное, интересное, очень много планов и реализованных уже, и в планах сотрудничестве. Так что тут действительно X5 лидер рынка, и лидеры, естественно, должны быть вместе. Лидеры объединяются, это прекрасно. Расскажите о тех проектах, которые уже удалось реализовать. Были ли какие-то особенные достижения за прошедший год? Очень много проектов, естественно, за то время, что мы работаем вместе, очень много проектов совместных уже реализовано в различных форматах, в различных областях. Это и в ассортименте, и в оборудовании. И, конечно же, мы стараемся отвечать запросам и сами какие-то идеи предлагаем на обсуждение. Это и в области СТМ, и в области оборудования, и в категорийном решении. Вот, всегда готовы, открытые к диалогу и отвечаем каким-то запросам. Насколько легко выстраивается этот диалог с компаниями X5? Легко ли предложить идею и реализовать ее в кратчайшие сроки? Конечно же, разные проекты решаются по-разному. Есть то, что и легко решить, есть то, что не всегда, но на это всегда есть какие-то причины, адекватные, естественно. Вот поэтому сотрудничество, оно всегда бывает сложным, но и тем самым интересным. Ну и чего ждете от сегодняшней конференции? Уже много информации интересной получено, и информация о том, как будет развиваться в дальнейшем, и опять-таки для себя почерпнули некую информацию, в каком направлении работать, куда развиваться. Вот. Поэтому, как всегда, конференция очень интересна. Будет еще больше специй на прилавках магазинов компании X5? Посмотрим. Конечно, мы на это надеемся. Спасибо вам большое, удачной конференции. Спасибо. Взаимно.